пять минут христианства во время вечерней молитвы и невидимым фоном библейских сюжетов канва. Пять минут христианства, а следом десятками битвы тех, которые ты проиграл так бесславно, борясь ли едва. Пять минут христианства, а силы уже на пределе. Где их взять, если с Богом утрачена связь? Если сердце уже не горит, а лишь тлеет? Если все христианство — лишь россыпь заученных фраз? А ведь было не так. Раньше было совсем по-другому. Бог был близок тебе. Как была эта жизнь хороша! Но, увы, забываю дорогу и к отчему дому, так и ты забыл, как когда-то горела душа. Пять минут христианства, и мельком знакомые строчки из евангельских книг, что уже и не раз ты читал. Но подумай, мой друг, разве этого? Этого хочет Спаситель? Он разве за это когда-то так тяжко страдал? Пять минут христианства. И лишь раз в год, может, и вспомним, когда ветер срывает с деревьев листву, что в конце жизни придется нам сделать итоги. И поймем, пять минут не хватает, чтобы войти в небес красоту. Ждет Господь от тебя полноценной духовной отдачи, чтобы шел ты за Ним, избегая ненужных кривизн. Христианство начало берет на Голгофе, а значит, пять минут очень мало, достаточно целая жизнь. Слава Богу.